Далее к теме происшествий. Трое детей погибли в пожаре в деревне Малая Видная. Трагедия произошла 11 августа. Возгорание началось около 4 часов дня. В доме находились две девочки 9 и 7 лет и 5-летний мальчик. Мать оставила их без присмотра, заперев дверь на ключ. В отношении женщины возбуждено уголовное дело об оставлении детей в опасности. Кроме того, следственные органы возбудили 2 уголовных дела в отношении владельца помещения. Как выяснилось, 12 комнат частного дома нелегально сдавались в аренду. По рассказам жителей Малого Видного, на территории деревни это распространенная проблема. Жители проинформировали о том, что очень много гостиниц, хостелов, и за этим никто не следит, за потоком людей, как они проживают, какие у них документы есть на руках. Поэтому благодаря нашей администрации, я надеюсь, нам помогут все-таки улучшить, и чтобы не повторилась данная трагедия. По факту крупного пожара огнеборцы и представители администрации провели встречу с местными жителями. Владельцам частных домов напомнили, что необходимо иметь под рукой огнетушитель, а также установить пожарные извещатели. Напоминаем людям, жителям, о номерах вызова пожарной охраны, о том, какие действия они должны в первую очередь делать в случае возникновения пожара. Но основной аспект, конечно, идет на профилактику пожаров. Объясняем, что не должно нарушаться, чтобы не было пожара. Чтобы за детьми смотрели, присматривали, не оставляли детей одних, как в данном случае было. Проводим разъяснительную работу о необходимости установки в своих домовладениях автономных дымовых пожарных извещателей, которые на самом деле очень хорошо спасают людей от пожара и от последствий пожара.